Ну что, Светлаш, как ты там? Ну, короче, Ларис, добралась. Как там Москва? Ну, слушай, короче, работаю в сфере креативного продвижения. Ого! Покупайте банана! Праздник будет вам всегда! Банана! Банана! Ничего себе ты поднялась! Ну да, поднялась. Живу шикарно вообще, на широкую ногу. Ем, что хочу, вообще себе ни в чем не отказываю. Стой, кому сказал! Вот это да! Квартира просто шикарная, просторная, с видом на Кремль, между прочим. А погода как? Сейчас посмотрю. Ну, влажненько. Ну ты не забывай нас. Хорошо. Мои восхитительные! Я приветствую вас на своем канале! Сегодня понедельник, погода летная, луна в позе рака, а камень дня лазурит. Походу камень дня, блять, у меня в почках. С чего же начинается мое утро? Ёбаный свет, а где мои носки? А вот где их разбросал, там и ищи! Каждый день я использую патчи. Куда ты ложь, он еще не заварился. А ты вот как не патчи купишь, тогда будешь чай свой сербать. Также я очень люблю легкий и полезный завтрак. Ладно, шучу, я сегодня такая балагурщица. Мы возьмем только салат. Я планирую свои дела на день. Что бы мне такого сделать? Может, ты уберешься? Так, снять рум-тур. Я говорю, может, уберешься? Мукбанг. Убраться надо. АСМР-видео. Убери. Гриша, мы забыли про Билли Алиш Челлинг. I'm a bad guy. Нет, иди сюда, родители звонят. Мамулечка, привет! Привет, Светочка, привет! Андрюшенька, солнышко мое ясненькое. А где папа? Ростов-на-Дону ставит раком всю... Родители отдыхают. Андрей! Подарки! Дед Мороз подарил мне печенье. У Новый год надо вступать опрятно. Ну я ведь не хочу подарок, ты мне не дам подарок. А что у бабушки за спиной? Сюрприз! Какой же сюрприз? Мозаика! Тихо! Тихо! Дед Мороз приходил! Подарок принес! Свитер! Новогодняя ночь, ты сомнения прочь, пусть не разлетит до зари. Так, тёлки, сейчас придет мужчина моей мечты. Так что, пожалуйста, ведите себя поспокойней. Особенно ты, Виола. Да вы что, мне всю жизнь это теперь будете вспоминать? Веди уже давай. Кто же там? Здравствуйте, девушки. Знакомьтесь, это... Махаруса, а принеси чайку. Спасибо, и мне тоже. Конечно. Так, и как тебя зовут? Меня зовут... Я буду называть его говно. Говнище. Где работаешь? Как? Кашка. Я вообще занимаюсь... Виола, фу! Да я проверяю его генофонд. Обидишь мою кровиночку, говнина. Землю заставлю жрать, сука. Грязь тряси на навоз помет, дерьмо. Землю, блядь! А я Виола. Ну что, как, общаетесь? Хорош. Он просто такой милас. Слушай, Светлана, принеси лимончика. Да, конечно. Господи, тебе так повезло со Светой! Она такая шлюха. Все в школе называли ее полиглот. А меня в школе называли разносторонняя. Фу, Виола, заткнись, а. Короче, когда мы были на списке, она так нажралась, что блеванула себе на плечи. Да-да, и мы называли ее генерал салатных войск. Ну что, как, общаешься?
Он вообще отпадный. Спасибо. А где Андрей? А где Виола? Женское счастье, был бы милый рядом. Это ГАН-13, стоило лишь подписаться. ГАН-13, я влюбилась, словно мне 16. ГАН-13, невозможно над тобой не смеяться. ГАН-13, я смогла тебе признаться. ГАН-13.